Всем привет! Вы на канале Вета ТВ. И сегодня речь пойдет о моих тенях от мейкапа Саши. Давайте, наверное, их расставлю по рейтингу. Вот, начнем мы. Открою я свой рейтинг с палетки Daydream. Почему именно она у меня на последнем месте? Потому что, девочки, здесь палетка, она сама по себе неплохая. Здесь неплохие цвета. Вообще, давайте я, наверное, скажу так, что все палетки, которые имеются именно у меня, мне по качеству они нравятся. Я вообще Makeup Obsession очень люблю. Это мой самый любимый бренд у Revolution, да, под бренд. И не зря их сколько вот накупила, просто они действительно мне очень и очень нравятся. По качеству они приблизительно одинаковые. То есть здесь уже я буду более как мои уподобания. То есть то, что вот почему-то мне нравится больше, чем вот другие палетки. Почему именно вот это на последнем месте? Во-первых, здесь имеется вот такой вот красивый топпер. Он меня очень расстроил. Девочки, он практически не отдает свой цвет на века. С ним очень много мороки, и поэтому я вот ради этого цвета покупала палетку. И он меня разочаровал. Поэтому эту палетку я поставлю на последнее место. Хотя действительно здесь есть очень и очень красивые оттенки. Все матовые оттеночки во всех палеточках, они хорошие, они насыщенные, пигментированные, неплохо тушуются, в общем, достойные. Так, далее идет палетка. Палеточку эту я купила первую, Dream with a Vision. Сейчас вы увидите, ну, если честно, эти палетки, они какой-то вот вид у них не очень презентабельный, ну, потому что все-таки это с одной стороны. С другой стороны, если вид не презентабельный, значит, я им пользуюсь, правильно? Это уже хорошо. Эту палетку я очень хотела. Купила я ее первую, потому что мне захотелось пастель. И я вам скажу, что очень она мне понравилась. Единственное, что здесь сатины и матовые, а хотелось бы как-то вот поразнообразней. Эту палетку я сравнивала с палеточкой от Colourpop In A Trance Eyeshadow Palette. Они действительно очень схожи, и, наверное, я эту палетку даже больше полюбила, чем палетку от Colourpop. Хорошая, реально хорошая она. Тени здесь, опять же, матовые, насыщенные, хорошая пигментация, в общем, все достойно, все красиво. Эти оттеночки, сатинчики такие, ну, понимаете, ну, точно это не металл. На глазах супер вау металлического эффекта, все-таки это сатин. Металла вы не ждите. Но сатины хорошего качества. Вот у меня вот эти вот сатины, знаете, напоминают качество палеток Sleek. Вот очень похоже, только Sleek, если посчитать, они будут дороже, чем вот эти палетки. Они подзамылились, но набираются они замечательно. На саму текстуру это вот повлияло, а на качество оттенка нет. Поэтому она у меня на втором месте. Просто потому что, девочки, ну, только сатины и матовые, хочется разнообразия. А так палетка хорошая. Я ее люблю. Каждую палетку я могу советовать. Далее идет палетка Black is the New Black. Я делала на нее обзор. Очень она мне тоже понравилась. Палетка делится здесь на такую вот холодную, да, где стальные такие серенькие оттеночки, и на более носибельную. Так вот, более носибельная сторона, она не подойдет девочкам светленьким, потому что, мне кажется, они подойдут более девочкам с теплым потоном кожи. На моих вот веках это все так грязненько смотрится, именно вот эта вот сторона. Но когда на пальчик набирать, смотрится красиво.
Вот, девочки, только поэтому я отдала этой палетке третье место. Но по качеству вот этот вот оттенок, это просто бомба. Он такой маслянистый, он так хорошо набирается. Это вообще, они шагнули, ну, вот реально по текстуре шагнули намного вперед. Молодцы. Вообще, Makeup Obsession, они так стараются. Каждым годом они все как-то вот выше и выше, они растут. Далее, это мое новое будет приобретение, куда я уже задевала. Вот она упала. Sweet Like Candy. Палетка мне очень понравилась. Я ее так могу сравнить, она как-то вот по цветовой гамме, она похожа и на Urban Decay Ultraviolet, и я ее сравнивала из ColourPop и говорила, что она мне вот чем-то даже может лучше, чем ColourPop. И она мне действительно, девочки, очень понравилась. Такая себе travel версия. Единственное, что здесь есть оттенки, которые очень плохо набираются. Ну, то есть она не такая стабильная, как вот эти вот большие палетки. Здесь вот этот вот оттеночек, он вообще не хочет набираться. Мне напомнило качество, знаете, у Revolution вот эти вот пончики есть. Вот это вот из той категории. Какое что-то такое, оно невнятное, непонятное, ну, такое, никакое. А есть оттенки достойные, хорошие. Вот этот вот очень красивый. Он тоже слабо пигментирован, но очень красивый. Если постараться, он отдает свой оттеночек. В общем, палетка мне понравилась. Так, далее. Следующее место я отдам вот этой вот палетке. Это она уже более стабильная по качеству. Оттеночки пигментированные. Они хорошо тоже тушуются. В общем, палетка крутая. Если кто-то искал себе что-то вот такое в синей гамме, синий-голубой, можете приглядываться к этой палеточке. Она хорошая. Очень она мне понравилась тоже. Очень мне нравится вот этот вот оттеночек голубой. Не знаю, ни в одной палетке я такой оттенок не находила. Очень красивый. Ну, в общем, палеточка хорошая. Если вы вот присматривались, девочки, вот если еще по скидке брать, я брала на Натина, там как раз скидка была. Вот берите. Я думаю, вот если пожалеете, возможно, так хоть деньги небольшие. Сейчас вообще на косметику цены, да, вообще. Я вам скажу, вот этот вот оттенок, он у Makeup Obsession из палетки в палетке, он переходит. Он очень красивый, и они его суют вот через палетку. Издали палетку, следующую они его пхнули. Вот вам, пожалуйста. Так, далее это у меня идет, да, это последнее место, Crystal Waves. Это пастельная холодная палетка. Последняя, предпоследняя, да, моя покупка. Очень я ее ждала. Не дождалась, и по скидке я ее не взяла. Покупала я ее за полную стоимость, очень уж мне хотелось. Я знала, что будут скидки, но я не удержалась. Захотелось мне и все. Ну, что тут сделаешь, понимаете? Вот что тут сделаешь? А за что я люблю эту палетку? За то, что она дает нам выбор. И здесь появляются у нас уже и топперы, и сатины, и металлики, и оно уже идет более-менее хорошего качества. Вот этот вот оттеночек, видите, который кочует из палетки в палетку, да, видите, он идентичный. Он тоже есть в палетке вот этой вот Daydream. Только здесь он появился впервые, и это оттенок Outsider для меня. Он девочке вообще не хочет передавать, видите, свой пигмент. А здесь, ой, как это я сделала вообще? А здесь, вот, видите, более насыщенный, а здесь менее насыщенный. Так вот, в последующих палетках они сделали его намного лучше. Если вы хотите себе палеточку именно
из-за этого оттеночка, тогда берите или Crystal Waves, ну, кстати, то ли ее как-то раскупают, потому что я вот на трех сайтах ее искала, и ее постоянно не было. Вот ждем, ждем, придет, придет, когда придет, неизвестно. Когда только она появилась, я уже как-то психанула, я просто взяла, купила и все. Здесь вот эта вот палетка по качеству мне нравится наиболее. И вот этот вот оттенок реально крутой. Или можете попробовать просто вот качество Makeup Obsession. Хотите попробовать, тогда берите или вот эту вот, или вот эту. Какая уже цветовая гамма вам больше нравится. И этот оттенок, вот этот вот голубенький, он тоже здесь есть. И он по качеству вот действительно хорошенький. Красивый оттенок. Ой, я его так люблю, кстати, я не против, что они его кругом суют. Пускай суют. Так, давайте посмотрим на эту палетку. Вот я делала обзор на вот эту вот W7. И здесь я была недовольна топером. Вот, посмотрите. Эти топеры ты набираешь, они как-то вот такую слабую базу имеют, и эти блестки, их как-то вот на глазах не видно. Они что-то там подсвечивают, но вот для меня это не топер. Это какой-то недотопер, какое-то вот недоразумение. А у Makeup Obsession этот топер уже идет с такими вот блесточками, каким-то вот мелким шиммером. Его видно на глазах. То есть это уже дает более какой-то вот более-менее какую-то вот цену придает вашему макияжу. Действительно, уже видно, что ты не какую-то там себе вот фигню нанесла на глаза, а что-то уже более вот дорогое, что-то более красивое. Хотя в этой палетке W7 этот оттенок пытается даже дуохромить. Вот если бы он был лучше качества, вот оттеночки, вы знаете, я бы даже эту палетку советовала. А так, ну уж очень вот эти вот оттеночки, они очень слабенькие. Очень слабенькие. И я могу эту палетку советовать только молоденьким девочкам. Потому что, ну, мне кажется, что молодую девчонку испортить чем-то, ну, надо постараться. Я думаю, они могут вот какое-то удовольствие принести девочкам молоденьким. Что касается этой палетки, я, конечно, не одну из этих палеток. Если я иду куда-то, для меня такое что-то вот главное такое мероприятие, важное, да, я ни одной палеткой из Makeup Obsession, я, наверное, бы не накрасилась. Все-таки мне кажется, что это палетки, они более летние. Вот, знаете, так на море или на прогулку. Более что-то такое домашнее, невесомое, какое-то вот романтическое. Макияж без макияжа, что-то вот такое вот для придания легкого цвета, но не более. Если вы хотите что-то такое вот красивое, что-то такое изысканное, тогда нужно смотреть уже не в сторону Makeup Obsession. Если просто хотите попробовать качество, поиграться с оттенками, поиграться с разными текстурами, понять себя, что нравится, что не нравится, тогда смело можете приглядываться. Вот это вот все, что я хотела сказать. А вообще, Makeup Obsession, они молодцы, потому что они, девочки, дают нам право выбора. Право выбора сделать тот макияж, который хотите именно вы. Ту текстуру взять, которую хотите именно вы. Вот что я вам советую, это всегда прислушиваться к себе и делать в жизни правильный выбор. То есть поменьше девочки ошибаться. Спасибо, что были со мной. Девочки, на этом у меня все. До новых встреч и встретимся, конечно же, в новых видео. Всем пока!